Страйк для сильных духом. Златоустовцы с ограниченными возможностями здоровья встретились на турнире по боулингу. Спортивное мероприятие прошло в одном из развлекательных комплексов города. Точность и силу удара тренируют 4 команды. Они не соревнуются, а только радуются успехам друг друга. В боулинг играют златоустовцы из местного отделения Всероссийской организации инвалидов. Такой досуг им подарил партиец «Единой России» Вадим Сидякин. Каждый год предприниматель приглашает людей с ограниченными возможностями на спортивный праздник. Мы ежегодно предоставляем боулинг, накрываем столы Всероссийскому обществу инвалидов. Нам очень приятно видеть эти радостные глаза людей, которые играют, которые очень редко, будем говорить, посещают такие заведения. А это социальная ответственность бизнеса перед людьми, которые вдвойне нуждаются во внимании, в общении. Это люди, которым нужно помогать. Турнир по боулингу среди инвалидов в развлекательном комплексе проходит 3-й раз. Безграничные эмоции людей с ограниченными возможностями здоровья – это и есть результат социальной работы бизнеса.